поехать на бал. Да, Грёзда, но у меня столько всего на работе. Очень вредно не ездить на балы, когда ты это особенно заслуживаешь. Во все времена и при любых обстоятельствах каждый ребенок имеет право на сказку. Волшебный спектакль «Золушка» подарили детям из Донецкой и Луганской народных республик, находящихся в местах временного пребывания на территории Московской области. Молодежный театр «Крылья» принимает участие в акции «Театр за мир». В сентябре и октябре на безвозмездной основе в 9 пунктах временного размещения жителей ЛНР и ДНР представляют музыкальную постановку «О добре и чуде». Артисты и большие, и маленькие показывают высокий уровень мастерства и таланта, удерживая внимание ребят на протяжении всего спектакля. Юные зрители в неподдельном восторге и искренне сопереживают персонажам. Спектакль мне очень понравилось там, где мачеха штурмовала Золушку. Ну, конечно, она с ней слишком жестока, потому что она ни в чем не провинилась. Как бы там очень все ярко, прям вот все понравилось. В общем, слов даже не подбирается, как подобрать. Как говорится, не в книге сказать, не первым написать. Акция «Театр за мир» организована по инициативе труппы молодежного театра «Крылья» театрального центра «Жаворонки» при поддержке Общероссийского народного фронта, Министерства социального развития Московской области, а также депутата «Единоросса» Дениса Майданова. В зале еще не стихли звуки аплодисментов, а дети уже с нетерпением ждут новых постановок. В общем, очень было интересно. Приезжайте к нам еще. Чтобы они, да, не продолжали в том же духе, и у них все круто получается, чтобы дальше так продолжали. Я очень вас жду. Приезжайте к нам почаще. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».